все будет просто прекрасно! Только не отпускай руки! Мы тебя вытащим, несмотря ни на что! Ребята, у нас тут неприятности! Прощай, Энни. Тебе будет лучше без меня. Нет! Где ты научилась так ловко бросать? Научилась? Вы не заметили? Но я прирожденная чемпионка. Слушай, а ты по воде не ходишь? В соответствии с недавними событиями, то есть новой серией, у тебя слишком много талантов. За спиной у Энни откуда-то взялось сено. А теперь у тебя откуда-то взялась одежда под твой размер. Либо у лягушек был размер людей, либо ты ее шила за секунду. Надо закинуть жука в корзину, да? С виду это просто. А, не так просто, как кажется. Этого пня в радиусе километра нигде не было. Ну тогда доверьтесь мне, не пропадете. Опять народ берется за секунду, стоит выключить зрение. И да, вот этой лужи с грязью раньше не было. Большая лягушка на стероидах очень быстро подошла к корзине. Да и поганка тоже, стоя справа, телепортировался налево. Хотя телепорт еще не отменяется. Поганка умудрился куда-то пропасть. Еще! Нет, все, это конец. Я тут не поспорю, конец. Появилось кольцо за спиной. Энни не полностью выпила напиток, однако чудесным образом банка опустела. Минуточку, а кто там недавно говорил про честную игру? Мне нужна честная игра, ясно? Если у вас в правилах написано «можно убивать», тогда я не удивляюсь этому маневру. Это явное нарушение правил игры! Жаблик, ты дисквалифицирован! А ты чудесным образом телепортируешься между трибунами. Беда! Наш главный игрок! Поджарьте мои лапы и подайте их на обед, мы сдаемся. Ведь достать банальную воду и тряпку и протереть глаза мы не можем. Давайте создавать себе испытания. У вас право, это лево, а лево, это право. Вы как бы у нее за спиной стоите, все должно быть наоборот. Сделай колесо! Раньше Энни уже была в этой части поля, но, видимо, решила пробежать долбанный марафон. Прочность костей вышли из чата. Меня с ними лучше не мешать. Хорошо, держу в уме три и... вот опять. Я живой, не дамся! Кажется, кто-то только что играл в игру, хрен пойми, во что я играю. Табличка с названием школы между кадрами пропадает. Ненавижу слащавые речи! Клише, на земле всегда есть что-то мягкое. Тебе даже над падением надо поработать. Но учитывая то, что она летела головой вниз, ее уже спокойно можно идти закапывать. Тритония, можно один вопрос? Чем я вам не нравлюсь? Что? Ты мне нравишься? Да ладно! Моя реакция на то, что ты отдалилась, блин, от него. Ух ты! Этот меч много поколений хранился в моей семье. Но кто-то смотрел «Хоббита». Плагиат! Меч лишь чуть-чуть вытащен из ножен, однако в этом кадре оказывается не чуть-чуть. Луч солнца, который светит налево, все-таки решил светить направо. Вам тоже кажется, что нам поручили ограбить настоящий поезд? Да. Похоже, Тритонио просто использует нас. Не говори ерунды! Он славный парень! Он поверил в меня! Ты глупый или что-то? Что это за стокгольмский синдром в действии? Как можно быть такой доверчивой? Мэтт Брейли, как и в случае с Алексом Хиршем, решил пихнуть пасхалку со своим днем рождения. 8 ноября. Полностью закрытый люк дал немножко больше света. Мой последний вопрос. Чему я вас научил на самом первом уроке? О-о-о! Никому не верить! Точно! Клише, второстепенный герой, тот еще мудак. Поли, у тебя есть бумкалки? Это ли не мистика? Зря я вам поверила! Но вы тоже совершили большую ошибку! А, да? И какую же? Такую, что у вас солнце появилось само по себе. Вы когда слезли с поезда, у вас одежда была в полном порядке. Вы куда-то в пещеру Класки, что ли, пошли, что у тебя одежда порванная? Не-не-не.
Что же, 5 лет тяжелого труда, и вот я наконец-то закончил. Закончен? То есть то, что ты остальные детали не вставил, это тоже закончен? Между кадрами у окна появляются различные предметы. Да и клей немного любит пропадать со стола. Корабль полетел носом вниз, но все равно приземлился боком. А теперь корабль вообще умудрился повернуться на 180. Боюсь, что все равно не поможет. Но учитывая то, что у тебя колбочка полная, ты можешь мазать этой хренью сколько захочешь. Детки, что на вас нашло, а? Тук-тук! Пришел засвидетельствовать рождение моих новых деток. Узрите! Как там много второстепенных злодеев на квадратный метр? Не могу же я оставить его здесь? Вообще-то, можешь. Нахрена ты ее вообще взял? 90%, что ты ее разобьешь там, нежели здесь. Ну, точно. Похоже, это самый тихий головастик. При условии, что ее всегда было слышно, когда прыгает. Но кто-то смотрел «Гадкий я». А вы как сюда забрались по-тихому? У вас единственный вход, это через двери амбара. Найди себе сухую гавань на небе. Допустим. Ладно. Крючок так можно открыть. Какого? Умоляю, не надо! Пощадите! Умоляю! Я последний в своем роду! Уничтожите меня и сотрете наш род с лица земли! Do not deactivate me! I know I've made some very poor decisions recently, but I can show you so much. I can help you get home to your friends. I can be useful to you. Ну, или как-то так. А? Ну надо же! Какой волшебный сон! Клише, если уничтожен центр зла, рабы прекращают свою работу. Не дай бог я вас не увижу в 3-м сезоне. Я влеплю грех, а пока оставляем все как есть. Энни смотрит со сцены прямо на лягушек, но в этом кадре статую основателя кто-то демонтировал. Пресвятые головастики! На вечеринке? Ты объявишь Айви о своих чувствах! В 7-й серии я извинилась, что пыталась вас сватать, но идите к черту, я передумала. Да, легендарной вечеринке нужен легендарный спектакль. Легендарный спектакль? В твоем журнале только одна страница с текстом? Я придумал что-то вроде этого. Слушай, Айви, я должен сказать тебе, что... Нет, нет! Да-да, кепку с Фоти ты откуда взяла? Опять у лягушек стыб взяла? Сожгите украшения и повесьте новые! Замените ансамбль на диджей! В Артвуде есть диджей. Это все равно, что у индейцев был бы автомат Калашникова. И где, скажите на милость, шоколадный фонтан? У тебя тут про импровизацию ни разу не слышали, а ты говоришь о шоколадном фонтане. Я удивляюсь, как его вообще нашли. Пополняем коллекцию одежды, при этом добавляй сюда еще пару обуви, которые ты могла сменить. На лучшую вечеринку, посвященную лягушке года! Шоколадный фонтан появился из воздуха. Мне это по силам, мне это по силам, мне это по силам! Привет, Бродик. Слова противоположны происходящему. Каким-то чертом твоя прическа решила вернуться в нормальное состояние. Я не лягушка года. Почему за меня кто-то голосовал? Энни, мы голосовали не потому, что ты идеальна. Ха, ничуть не бывало. Мы проголосовали за тебя, видя твой прогресс. Ты здорово выросла за это время. И без тебя этот город будет уже не тот. О, я изо всех сил сдерживался, но должен сказать... Признаться, я до глубины души поражен тем, как ловко ты спасла наш город от раскаленного ада. Держи. Это твое по праву. Я хотела, попросить тебя кое о чем. Я, ты пойдешь со мной на свидание? Уважаемая лягушка года, кое-кто дожидается вас на мосту. Назвались вашими друзьями. Энни? Саша? Я так рада, что сумела найти тебя. Мы прибыли, как только узнали. Мы?
Да, мы с моими друзьями. Наконец-то мы познакомились, Энни Бунчой. Знаете, в чем проблема? Либо вы были в масхалатах в этом кадре, либо вас не было вообще. И зачем вы стояли с закрытыми глазами? Спать захотелось или ждали эпичного момента? А, ну и да. Ты же знаешь, если присобачить замок к колесу, то велосипед все равно можно скоммуниздить. Между кадрами случилась рокировка. И тайская еда от Тенни дальше в сюжете не появлялась. Сегодня вам повезло, потому что мы будем препарировать лягушек! Только почему этой жертвы автокатастрофы нет ни у кого на столе? Лягушка была только у главной героини, больше ни у кого. Внезапно ты умудрилась залезть в тележку и обогнать Тенни. Марси нашла для тебя просто идеальный подарок в центре. Лягушачья музыкальная шкатулка. А ничего страшного, что ключик у музыкальной шкатулки был слева, а не справа. Первая серия, начало второй половины. И раз уж я вернулся в такие дебри, то между кадрами этот ключик как-то умудрился пропасть. Это не обсуждается. 10 минут прошли за минуту. И так как вы сбежали из школы с уроков, вы никак не могли взять с собой рюкзак. Но в этом кадре Мэтт Брелли решил избавиться от одной сюжетной дыры и добавить вторую. Мы, жабы, пришли сюда, чтобы... пригласить вас на банкет! Клише, мы думали, сейчас будет что-то плохое, на самом деле не шиша. Только тебя в этой очереди никак не наблюдалось. Рокировку между кадрами еще никто не отменял. Проводи этих лягушек в банкетный зал. Стой! Не буду. У вас за спиной пропал муравей. Ваши пожелания, командир. Нагрейте побольше воды для душа. Для душа? Только после того, как ты сходишь в душ, избавишься от своих листьев в волосах, ты их все равно на какой-то черт присобачишь обратно. У тебя на них фетиш? Вернись на праздник и сохраняй спокойствие. Спокойствие? Как пожелаешь. Эй, народ! Это ловушка! Слова противоположны происходящему. На столе нет ни одного свитка, однако в этом кадре свиток сам появляется. Да и кружка Саши куда-то пропала. Ты уже заметила, что у жаб в этой долине всего одна забота – управлять лягушками. К сожалению, этих повстанцев направляет всего одна лягушка. И ты с ним знакома. Он саботировал сбор налогов и даже выдвигался на пост мэра вместо прикормленной жабы. Это не важно. По миру поползли слухи, и нам придется устроить показательную казнь. А ничего, что у вас мэр сам спрятал деньги и решил это скрыть? А ничего, что у вас демократия, а не монархия, где баллотироваться в мэры может кто угодно? Боюсь, если бы жаба баллотировалась, все бы молчали. Довольно! Стража, оставьте нас! Я заставлю лягушек повиноваться! Вы совершили огромную ошибку. Наслаждайтесь обществом командира Саши. Ведь мы слепы на оба глаза и не можем различить, что это на самом деле Энни. Все человеки одинаковы. Вдохновил очаги сопротивления по всей долине. Ля-ля-ля, политические глупости. Внезапно весь плакат окрасился красным. Есть решение. А что, если нам разложить бумкалки вокруг всей башни? У барыги Уолли за секунду появляются бумкалки, которых не было. Всего одна дверь, а снаружи жабы. Должен быть другой выход. О, ну точно! Вы наглым образом раньше показывали, что там не было люка. Откуда он сейчас взялся? О, маленький подарочек для наших щедрых хозяев. Вернемся в недалекое прошлое. Маленькие, неприметные, но в умелых руках. Взрывные! Так бумкалки у нас в итоге что, гранаты или Си-4? Этого люка раньше не было. Там было пустое пространство. Свежий воздух. Да, запашок от этих жаб еще тот. О, ребят, а вы здесь как оказались? Кто вам сказал? Сценарист? Связать мятяжника, попрыгунчика, планера! Уберите мне свои лапы! Нет! Это мое! Охраннику, который с копьем, на кой черт нужен меч? При условии, что только у этой жабы были ножны с мечом. Что же? В перспективе надо было их связать. Спасибо за поломку четвертой стены. Стоять! Энни, ты что делаешь? Ты готова рискнуть собой ради говорящих лягушек? Но это же не твой мир. Ты не хочешь домой к своим родителям?
Хочу, но... Тогда опусти свой меч. Сейчас же. И это не обсуждается. Клише, герой возвращает фразу, сказанную тем раньше по сюжету. Но не выдаю грех за эпичный момент. Так-то лучше. Хорошая девочка. Это было совсем не трудно. Что за дела? Говоришь, ты ее лучшая подруга. Да только ты ее совсем не знаешь. Она храбрая, она умная. И самое главное, она не отступит перед предательницей вроде тебя. Ты мне порядком надоел, земноводный. Клише, герой спасен за секунду до смерти. Да и меч под углом повернулся. Энни, что ты делаешь? То, что должна была сделать уже очень давно. Дать тебе отпор! Ты дала мне много мудрых советов. Теперь и я с тобой поделюсь. Собери урожай. Задуши мятеж. Стоит всего один раз проиграть, и жизнь уже никогда не станет прежней. Этому не бывать. Клише, главный герой оказывается подлым предателем. Во, разошлись. Либо я долблюсь в глаза, либо я правда не увидел кинжал. Давайте решим вопрос старым испытанным способом. Бой один на один. Энни, не надо жертвовать собой. Нет, надо. Всего лишь скользкие лягушки, Энни. Кому они нужны? Они не просто лягушки. Они мои друзья! Здорово, правда? Пора с этим заканчивать. А что? А теперь эти бомбы решили подорваться именно сейчас. Не раньше и не позже. Держать строй! Куда вы собрались, изменники? Здесь фанаты амфибии меня поймут. Кто додумался вставить в последние секунды музыку Lean on Me? Вы не знаете, как вызвать слезу? Посмотрите финал звезды. Сейчас поторопись, не то мы все здесь останемся. Звездочка. Момент из финала Gravity Falls. Стэн даже не понимает, что он сделал. Спас весь мир. Спас меня. Ты настоящий герой, Стэн. Да банальный вверх давайте сейчас возьмем. Это я еще не трогаю игры, где музыка может вызвать слезу. Я ничего не имею против музыки Билла Витерса, но она здесь никак не сочетается. Мэтт Брелли, if you see this moment, please, don't use this music again. Недоделанный Сарлок в амфибии в следующем кадре куда-то пропал. Энни так хочет спасти Сашу, что не додумывается протянуть ей вторую руку. Кажется, все успели уйти. Энни! Так долго! Не выдержу! Не бойся, я тебя удержу! Держитесь, ребятки! Эй, смотри на меня, смотри! Все будет просто прекрасно! Только не отпускай руки! Мы тебя вытащим, несмотря ни на что! Ребята, у нас тут неприятности! Прощай, Энни. Тебе будет лучше без меня. Нет! Еще одно клише спасения за секунду до смерти.
Проклятые старые ноги! Привет, мисс... Фелиция и Айви уже убежали куда-то вперед, однако они все равно оказались на плечах у поганки. Дэнни, с тобой все хорошо? Да, лучше не бывает. Энни, я знаю, как тебе тяжело. Спасибо тебе за все. Ты молодец. Прыг-скок, вы стали моей семьей. Я никогда не дам вас в обиду. Ну что, идем завтракать и ломать голову, как бы нам отправить Энни домой? Это очень опасно и даже смертельно. Явное преуменьшение. Ну, что бы там ни было, одно я знаю точно. Пока мы вместе, все будет хорошо. Боюсь, ты слишком крепко нас прижала, Энни. Нет, ни чуточки.